Антон Бондарев, главный врач 2-й городской больницы Белгорода, основного ковидного госпиталя региона, покидает свой пост. Накануне департамент здравоохранения подтвердил этот факт. Вот что по этому поводу сказала руководитель ведомства Наталья Зубарева. Антон Владимирович действительно покидает свое рабочее место по собственному желанию. Он, я думаю, что на повышение, либо в более такой карьерно-статусный, наверное, переходит формат работы. Скорее всего, переедет даже в другой регион. Тем не менее, на работе госпиталя это никоим образом не сказывается. Достаточно высока культура и у самого руководителя сегодня, у всех работников этой самой главной, самой большой ковидной площадки. Настроение рабочее, настроение сегодня боевое. Думаю, что на смену ему придет не менее профессиональный руководитель. Думаю, очень бережно сегодня относится и к мнению коллектива в этом плане. Поэтому мы не видим здесь никаких рисков.